Доброго вечора, шановна громада, доброго вечора, наші шановні гості, експерти, журналісти. Сьогодні, як завжди, у 19.30 на телеканалі «Миколаїв» в програмі «Контраргумент» ми обговорюємо найцікавіше, найактуальніше, найважливіше питання нашого життя. І сьогодні ми вирішили, що якщо вже такий літній час відпочинку, то, напевно, саме час поговорити саме про відпочинок. Про те, як відпочивають наші діти, які є умови для відпочинку наших дітей. І взагалі, який стан наших зон відпочинку, адже протягом року точилося дуже багато розмов з цього приводу. І здається, що сьогодні саме час про це поговорити. Отже, не гаятимо часу, і моя співведуча представить наших гостей. Так, доброго вечора. Перший наш гість – Микола Смоквина, фахівець Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Будь ласка, нашу візитку. Микола Смоквина, коли погоджувався на доволі високу посаду, мав здогадатись, що опиниться під пильним оком представників засобів масової інформації. Чого тільки журналюги не приписували Миколі Миколаєвичу? Мабуть, тільки доброзичливий характер і рятує нашого гостя від нервових потрясінь. А, ще й красива дружина теж рятує. В соціальних мережах наш герой тепер вельми поміркований. Жодної цікавої інформації, окрім того, що Миколі Смоквині подобається журнал «Радник в сфері державних закупівель». То й вірно, адже оздоровлення дітей, яким в тому числі займається пан Микола, певною мірою потребує таких порад. То як і де в цьому році оздоровлюються миколаївські діти? Як там з екологією та безпекою? Ми дізнаємось від Миколи Смоквини. Ще один наш гість – Олександр Герасименя, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. Мабуть, важко бути начальником управління МНС. Сніг невчасно прибрали, шишки посипались, хтось з мосту стрибнув, звинувачують управління, мовляв, не забезпечили безпеку. А про нефункціональні бомбосховища в місті не говорили тільки ледачі. А ще стихії всілякі трапляються, дощ там, ураганний вітер. До кого йти? Звісно, до Олександра Герасименя. Він всі звинувачення вислуховує, бере до уваги і свою справу робить. Зовні Олександр Анатолійович – людина сувора та серйозна. Втім, представники засобів масової інформації пана Олександра поважають, тому що говорить він добре і по суті, без зайвих реверансів. Та й не треба рятівнику зайвих слів. От в Сполучених Штатах, наприклад, є капітан Америка, а у нас – Герасименя. Просто Герасименя. І Володимир Корчагов, начальник управління екології Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. ТСН «Тиждень», інспектор Фреймут і контраргумент. Передачі, які Володимир Корчагов в соціальних мережах відзначив як ті, що подобаються. Тож за баталіями на нашому майданчику слідкує. І вдвічі приємніше, що пан Володимир – один з небагатьох посадовців, хто наважився прийти до студії відповідати на не завжди приємні питання. Я особисто з Володимиром Германовичем знайома не була, тож абсолютно випадково зробила відкриття, що у нього відмінне почуття гумору. Враховуючи стан житлово-комунального господарства, а саме у цій сфері працює наш гість, то гумор – єдине, що залишається. Насправді тут зовсім не смішно. Хоча у нашого героя зона відповідальності дещо інша. Він очолює управління охорони навколишнього середовища та благоустрою. Тож йому сьогодні відповідати, коли у нас в місті буде так красиво, що дух захоплюватиме. Ну, трохи помилилися з назвою управління, вибачаємось. І зараз час представити наших експертів і журналістів. Тож, Ігор Пох, журналіст і публіцист. Андрій Могильда, підприємець. Михайло Трофанюк, директор комунального підприємства «Ритуальна служба міста Миколаєва». І Олександр Молодцов, журналіст нашої телерадіокомпанії. Отже, усі представлені, переходимо до нашого спілкування. І хотілося б почати, свого часу ми розповідали, що у підвалинах Миколаївської міської ради покладена плита
складовища, адже, принаймні, за міськими легендами, два флагштоки, на яких ріють прапори українські, та міста Миколаєва, каже, розповідає, що це плити з могили одного з керівників Миколаївської міського конкому. Втім, це тоді викликало багато розмов з цього приводу, як спростувань, так і стверджень. Отже, будемо вважати це міською легендою. І не часто нам доводиться з таких історій починати нашу програму. Втім, сьогодні знову ж таки цікавинка. Виявляється, пляж Стрілка, чи Стрілка, належить до відомства Миколаївського комунального підприємства ритуальних послуг. Ну, тобто до тих, хто займається кладовищами, цвинтарями. Справді цікаво, справді несподівано, справді таке, ну, багатозначне рішення. Я думаю, що з нього буде багато анекдотів. Втім, коли ми вирішили зробити сюжет про те, що робиться на пляжі Стрілка, ми були просто надзвичайно здивовані. Напевно, здивовані навіть більше, ніж почувши про приналежність цього пляжу до цього відомства. Давайте подивимось сюжет. Як сталося, що пляж Стрілка потрапив до зони відповідальності комунального підприємства «Ритуальна служба міста Миколаєва», відомо тільки тій людині, яка багато років тому винесла це питання на сесію міськради. У нинішнього керівництва такий сюр викликає подив. Втім, відповідальності колектив не уникає. І в 2015-му вперше за останні роки пляж був приведений до ладу. Купи сміття, розбиті душові кабінки, трава по пояс та сухостій. Так виглядала Стрілка до того, як працівники ритуальної служби взялись за благоустрій. Тепер тут є навіси, настили, встановлено додаткові урни, скошена трава, вивезено сміття та відремонтовано душові тощо. Люди спочатку до змін на улюбленому пляжі ставились із пересторогою. Все чекали, коли ж почнуть брати гроші за нові блага. Когда мы закончили установку этих навесов, настилов и практически уже была 100% готовность, я находился здесь каждый день, контролировал проведение этих работ. Люди еще не понимали, что это все для них и для бесплатного пользования. Они лежали вокруг этих настилов и не садились на эти скамейки. Они думали, что это все будет платное. Ну, мы день за днем, в принципе, уже разговаривали с людьми и объясняли им, что они могут пользоваться совершенно бесплатно этим. Хоч люди і гідно оцінили новації на пляжі, а від старих звичок декому позбавитись важко. Ми поставили 8 душових, які вже два рази були поломані, виривають крани, ламають труби. І, ну, по якій причині, мабуть, сили нікуди дівати. Ну, рядом турніки, можуть пойти позаніматися спортом, пойти сходити в душ, покупатися в річці. Ну, люди наші ще не привикли к такому культурному, скажімо так, досугу. Надія Семенівна з родиною мешкає на вулиці Потемкінській. Раніше з онуком їздили відпочивати на пляж до Варварівки. Тепер залюбки приходять на Стрілку. Каже, що зміни на краще очевидні. Ну так, да. Буквально так. Ну, що, наприклад, чиста вода, не то, що там на Варварівській і людей нету почти, тільки рибаки одні. Тут навіть там страшно бути, поки туди прийдеш, аж не хочеш туди вже йти. В лучшую сторону. Здесь было раньше запущенное место, не было где отдохнуть, в первую очередь детям и взрослым, конечно. А сейчас большая разница. Все облагородили, есть кабинки, где можно после того, как позагорать, можно ополоснуться. Лежачки, где отдохнуть, можно полежать. Вот. Главное, спасательная станция. У керівництва комунального підприємства «Ритуальна служба» грандіозні плани стосовно благоустрою пляжу «Стрілка». Тут може з'явитися багато нових об'єктів. Щоправда, реалізація цих планів почнеться вже в наступному році. Отже, незвичайний початок нашої програми і незвичайний порядок, бо зазвичай у нас розпочинають нашу розмову гості. А сьогодні я хотів би звернутися до пані Михайла Трифонюка і сказати, спитати. Незвичайно, незрозуміла так справді приналежність, тобто пляжу до вашої служби. Втім, наскільки ви в нас виступали, розповідали про певні зрушення на наших місцевих цвинтарях, і вони таки справді відбуваються за вашим керівництвом.
То я дивлюся, що ви з таким вашим системним підходом підійшли до всього, що є у вашому господарстві. Чого чекати? Я пам'ятаю, що справді стрілка була дуже захаращена, туди неможливо було просто прийти. Зараз це цивілізоване місце. Що далі? Самим недальновидним со стороны нашего коллектива было бы сейчас зацикливаться на стрелке, пользуясь, ну, заслуженными лаврами. На самом деле наши основные планы касаются, конечно же, нашей основной работы. Вот. Я не могу назвать пляж «Стрелка» чемоданом без ручки, поскольку нести, ну, приятные отзывы легко. Вот. Но основные планы наши – это обеспечение усопших граждан Николаева достойным местом погребения. Я говорю о новом кладбище. Проектные работы сейчас в самом разгаре. Вот. Произведена процедура землеотвода. Это находится по Херсонскому шоссе, это территория. И я думаю, что мы до конца года реализуем этот проект. Ну, тобто, я бачу, що системний підхід, він у вас усьому, якщо, якщо навіть це не ваше, ну, так би мовити, за приналежністю, втім, колись вам віддали це у відповідальність, то ви просто взялися за це також. Я дуже сподіваюся, що принаймні з миколаївських пляжів буде дуже небагато, або взагалі не буде цього літа у клієнтів на вашому основному місці роботи. Принаймні, дуже хотілося на це сподіватися. І я зараз, пане Михайло, якщо є що додати, будь ласка, додавайте. А я хотів би адресуватися до нашого представника управління, керівника управління МЧС, щоб спитати у нього про те, як все це відбуватиметься. Отже, давайте закінчиться. Я вас перервав. Я хотів би єдине, що доповнити це. Мені лично було приємно наблюдати динаміку увеличення посетителей пляжа. Тобто, дійсно, в перші дні, ну, люди чувствовали себе не зовсім в своїй тарілці. Тобто, вони приглядались, кому здавати деньги за лежак, і що-то. Але ми ізначально ставили діло так, щоб нікому нічого здавати нікуди не треба було. І постепенно люди почали йти. І зараз, звісно ж, їх там багато. Це приємно. Ми, в свою чергу, слідимо за чистотою. Ежедневно у нас есть партнеры, я хочу упомянуть их, поскольку вот чистота на пляже – это их заслуга. Есть компания, она буквально родилась одновременно с моим приходом на должность, генуборка. Универсальные люди, надо перенести, что-то перенесут, надо убрать мусор, уберут. И вот там у нас два человека, которые, их задача в течение всего светового дня убирать мусор. Особенно мелкий, то есть неубранный мелкий мусор, уборки вообще как бы не видно. Вот за счет этого как бы… Внешний министр Россия поддерживает. Отлично, хорошо. Игорь Пух. Я прошу прощения, наводящий вопрос. Не так давно, проезжая по проспекту Героев Сталинграда, мимо Парка Победы, вечером уже, я обратил внимание на то, что Парк Победы совершенно не освещается. Как не освещается, собственно, территория пляжа Стрелка. Стрелка освещается. Ну, нет. Я говорю о том, что я видел не так давно. Поэтому я и хотел спросить, как вот с освещением. Ну, хорошо, пляж освещается, парк нет. Люди-то гуляют вечером, вот, ну, мало ли. Хорошо, но парк, я так понимаю, точно не ваше ведомство. Хотя мы помогали там убирать, когда шли общие работы. На самом деле очень важный вопрос, потому что световой день длинный, и люди, может быть, не обязательно утром и днем купаются. Вдруг кто-то захочет на пляж там, ну, ближе к вечеру пойти, а там темнота как. Ну, я хочу сказать, что, судя по всему, я так понимаю, все наши ведомства, все наши объекты, которые, в которых нет порядка, надо передавать господину Трофанику, и он там, независимо от того, как этот объект будет называться, найдет там порядок. Пожалуйста, Александр Герасименев. Пане Олександре, ось питання безпеки, торкнулося питання організації. Скажіть, будь ласка, ми ще покажемо сюжет про навчання підводників, і там навіть підводників, не підводники, рятувальників, перепрошую. Рятувальників навіть навчають підводній боротьбі, бо виявляється, що це також така річ, яка потрібна при рятуванні потопаючих. Отже, будь ласка, у якому стані зараз підготовка, тобто навіть вже не підготовка, навіть вже робота, і я так розумію, робота йде повним ходом з забезпечення безпеки на наших пляжах? Ну, все запланированные мероприятия, которые были рассмотрены на заседании комиссии техногенной и экологической безопасности города, практически выполнены. Решением исполкома определены места массового отдыха и пляжи, на которых должны быть оборудованы спасательные посты, проведено водолазное обследование, выставлены именно специалисты, которых обучают как МНС, так и ОСВОД, как пловцов, пловцы-спасатели.
В основном все подготовлено и сделано. У нас официально работают два в пляже. Это Стрелка в центральном районе и в корабельном районе пляж Чайка. Кроме этого, длина береговой линии в пределах города Николаева составляет 128 километров. И практически на всем ее протяжении, кроме тех мест, где у нас расположены объекты инфраструктуры или предприятия, люди имеют возможность выйти к воде и купаться. Ну и традиционно уже сложились места, скажем так, традиционного отдыха. Это в районе маяка, где более-менее благоприятная песочек на намыве, почти 5-километровая линия, на которой люди купаются в соляных, это Локомотив возле лодочной станции, яхт-клуб, где отдыхают все наши. И эти традиционные, скажем так, места отдыха наших горожан были включены в решение исполкома для того, чтобы наладить там мероприятия по обследованию водолазному, для того, чтобы были спасательные посты ведомственные у тех предприятий, которые там находятся. То есть масса работы проведена. Ну и большая работа проведена была департаментами и предприятиями именно по подготовке Стрелки. И Чайка тоже полностью вычищена, проведено водолазное обследование, стоят посты, буи, обученные люди. Так что... Вот за это время, за это лето не было несчастных случаев, по крайней мере, вот по вашему ведомству? Зонах отдыха нет. И на пляжах нет. В том году 3 человека спасли именно на Стрелке, угу, спасательным постом. В этом году еще в зонах отдыха не было. Ну, дай бог, чтобы все лето прошло. Да, одиночные. Так, чтобы не прибавлять работы. Ну, в том году спасатели, скажем так, впервые вышли на уровень, когда количество спасенных было больше, чем количество утонувших именно на воде. Утонуло 8 за летний период, а спасли 9 человек. То есть показатель уже мы начинаем считать не от количества погибших, а от количества спасенных. То есть, как мы организовали это спасение. Отлично. Давайте посмотрим сюжет об этом. Сюжет действительно очень интересный, с некоторыми совершенно неожиданными моментами. Мне кажется, любопытно будет его глянуть. Подібні семінари на території області проходять регулярно. В першу чергу організатори намагаються перевіряти знання рятувальників та навчати працювати із останніми технічними новинками, які поступово з'являються на прибережних постах. Окрім цього, охоплюють ще й інші аспекти цивільного захисту населення. Заняття проводились несколькими категоріями, должностними категоріями, які повинні відповідати і відповідають, да, на своїх роботах по вопросам гражданской защиты, это раз. Лица должностные, которые отвечают за вопросы пожарной безопасности. Ну и актуальность сегодняшнего дня, оздоровительный период пришел. Вот это создание нормальных условий отдыха людей на воде. Цього разу працівники науково-методичного центру запросили до участі у семінарі представників акватлону. Підводна боротьба – це перше, чим має володіти рятувальник. Адже потопаючий в паніці може травмувати свого рятівника. Мерія, адміністрація, тобто це мероприятие зроблено комплексне, планове, яке робить. Тобто нас приглашають сюди, ну, так як ми являємося одними, не скажу, что самое лучшее, но одними из тех людей, которые понимают, что такое вода, поведение в воде, так как мы занимаемся подводной борьбой. На думку представників Федерації підводного спорту, справжній рятувальник має бути фізично підготовленим та морально стійким. Але зізнаються, що таких по всій області – одиниці. Спасіння потопаючого – справа рук самого потопаючого. Не слід забувати цю прописну істину, не дивлячись на проведення подібних семінарів. Адже на деяких базах відпочинку ставку рятувальника можуть ділити абсолютно непридатні для цього люди. Отже, я, принаймні, я не знав, що такі спеціальні дисципліни вам доводиться вивчати, але як я зрозумів, що саме тому, що ви так серйозно підходите до підготовки цієї справи і результати у вас позитивні. Взагалі дуже приємно, адже набагато частіше ми тут чуємо критик, нам доводиться казати про якісь речі негативні, нам доводиться представникам влади чути критику. І, напевно, що і сьогодні ми дамо о 8-й годині, тобто вже за 3 хвилини, ми дамо телефон гарячої лінії,
напевно, що люди дзвонитимуть, і ви відповідатимете на запитання. Втім, просто хотілося б вам подякувати справді за те, що нам є за що дякувати владі. Отже, панове, давайте поговоримо зараз і про те, як відпочивають наші діти. У нас буде дуже позитивний сюжет про те, як відпочивають діти бійців АТО та тих, хто, на жаль, загинув у військових діях на Сході. А зараз просто хотілося б поговорити про те, як взагалі організовується відпочинок наших дітей. Будь ласка. Знаєте, традиційно оздоровлення і відпочинок наших дітей осуществляється в трьох зонах: Очаковська, Рибуковська, Ковлівська. Работает программа оздоровления и отдыха детей, выдаются соответствующие распоряжения. С 1 июня начался оздоровительный сезон. Именно с 1 июня, естественно, объекты не открывались. То есть то, что они открылись с 1 июня, началось уже принятие организованных групп детей массовое примерно 4-5 июня и запустилась работа. Вот. Перед этим лагеря проходили обследование, то есть готовились к приему организованных групп детей. Для того, чтобы дать ту необходимую, скажем так, услугу, которую требует заказчик. Скажите, а вот ну, и в количественном, и в качественном отношении, вот что поменялось с прошлого года и в работе, и в организации отдыха? Ну, скажем так, если говорить о количественном отношении, то из негативных факторов, можно честно говорить о том, что все-таки отсутствие в этом году финансирования сбоку фонда соцстраха крайне негативно повлияло на санаторий. И санатории, и объекты санаторного типа, которые, скажем так, основной удар брали на себя вот именно вот в плане оздоровления детей за счет средств фонда соцстраха. Поэтому в этом году им крайне тяжело. Ну, я хочу сказать, что мы сейчас посмотрим сюжет, что, в принципе, несмотря на то, что, я опять-таки говорю, я уверен, что сейчас будет достаточно много критических звонков, все-таки вот в тех условиях, в которых вы сейчас работаете, вам удается делать, правда, вещи, заслуживающие всяческого уважения. Давайте посмотрим, как отдыхают дети бойцов АТО. Ольга разом з сином та донькою відпочивають в Очакові. Про трагедію в сім'ї не говорять, або у декількох словах крізь сльози. Змиритися з втратою батька та коханого чоловіка не просто нелегко, неможливо. Поїздка з дітьми до моря не зменшує болю, але дає змогу поступово повертатись до життя. Подобається море. Море, свіжий воздух, природа. Большое спасибо за поддержку, большое спасибо волонтерам, то, что они помогают. Наталія разом з донечкою відпочивають вже тиждень. Татко працює. Нещодавно він повернувся з зони АТО. Жінка зі сльозами згадує той час, коли Федір був на сході. Підтримка людей для родини дуже важлива. Зараз ми знаходимося на віддихі, благодаря волонтерам, які проводять очень нелегкую, но очень благородную работу. Вот благодаря волонтерам мы верим в то, что все будет самым лучшим образом, и победа будет очень скорой. Большое спасибо волонтерам и организаторам за этот волшебный отдых. Нравится море, дискотека, тут свежий воздух, хорошо кормят. Діти не сидять без діла, навіть коли псується погода. Грають з мамами Ольгою та Наталією в ігри. Мають також можливість долучитися до культурно-розважальних програм, ознайомитись з ландшафтними цікавинками. Крім моря, улюблене заняття малечі – вечірні дискотеки. Мені тут дуже подобається. Тут близько дуже море. Так тут красиво, багато цвітів. По вечорам ми ходимо на дискотеки, танцюємо. Это и море, и близкое расположение к морю, это и прекрасные места, и ландшафты, и территория у нас замечательная. Програма по оздоровленню дітей загиблих воїнів та учасників АТО діятиме протягом всього літа. Пожалуйста, Александр Герасименя, и потом дальше пойдем. Кроме того, что организован отдых детей, от участников АТО на территории Очакова, там береговой зоне морской, решением исполкома на реабилитационном отделении 3-й поликлиники тоже организован отдых этих детей.
Там же было проведено водолазное очищение дна акватории, то есть все возможности созданы для того, чтобы дети могли искупаться. И подождите, поликлиника это где у нас? Спортивная 29 на яхт-клубе. Яхт-клубе. Там реабилитационное отделение 3-й городской поликлинической больницы. И решением исполкома там принято решение на оздоровление детей. 5 заездов, кажется, будет. То же самое, проведена работа по очистке, по кронированию деревьев вот, совместно с управлением экологии. То есть... Отлично. Вот действительно приятно, когда мы можем говорить о чем-то хорошем. Пожалуйста, Владимир, вы простите. Да, Владимир Германович. Игорь. А скажите, пожалуйста, не было ли со стороны, ну скажем, негосударственных структур предложения о создании каких-то детских лагерей, ну скажем, патриотического толка? Вот, ну как, ну, на примере там в Днепропетровской области там есть лагерь, не буду говорить, кто его там создавал, на 7 тысяч детей. Вот к вам не обращались по этому поводу? Ну непосредственно к нам не обращались, но были через область администрацию обращения, скажем, когда такого плана, чтобы создать, скажем так, на территории того же лагеря Шмидта, который сегодня не функционирует и не функционирует уже давно. Вот, это в Очакове, да? В Очакове, да, скажем так, лагерь патриотического воспитания. Как бы, но вопрос в том, что поступало предложение, как бы мы говорим, что давайте тогда хорошо, не вопрос, давайте будем рассматривать, когда уже ставятся более конкретные задачи, ну, то есть как он будет функционировать, да, как бы, под какую нормативную базу мы будем его подгонять. Пока как бы, ну, вот на этом все и останавливается. То есть, когда люди понимают, что не так не просто вот взять и создать, да, как бы мы захотели, здравствуйте, мы завтра будет лайн. Ну, то есть идею подали, а да, идею подали, идея поддержана, но сложно, в любом случае да? Есть нормативно-правовая база, есть нормы и правила, по которым лагерь должен существовать. Как палаточный, так и стационарный, как позамиские, там пришкольный, неважно, какого типа он будет. Понятно, спасибо. Владимир Германович, пожалуйста, вот какова ваша роль в подготовке, ну, по крайней мере, в Николаеве зон отдыха для нормального, достойного отдыха николаевцев? Тем более, что сейчас многие-то, в общем, не могут себе позволить уехать далеко из Николаева. Ну, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в городе Николаеве всего существует более 215 объектов рекреационного призначения. Это те объекты, которые были включены в перелик рекреационных зон, и все были приняты. Соответственно, данная работа была начата нашим управлением в 2007 далеком году, и на тот период рекреационных зон мы насчитали по городу около 198 единиц, которые... Вот это в том числе и стихийных, я так понимаю, это да? Не только стихийные, это те, которые... В общем, это были все рекреационные зоны, так называемые зеленые уголочки, да, бульвары, парки, скверы, зеленые делянки и так далее, и так далее. Соответственно, вынесли на сессию городского совета, и в... В 2007 году был принят перелик рекреационных зон. Мы его пересмотрели в 2013 году на предмет увеличения. На сегодняшний день по этому перелику у нас 212, но вот на сессии городского совета последней мы приняли еще 3 объекта, которые тоже являются объектами рекреационного призначения. Естественно, летом людям хочется отдохнуть и в тени, и наибольшее, скажем так, место пребывание жителей города Николаева – это в тех парках и скверах, где, на мой взгляд, есть фонтаны. На сегодняшний день это Флотский бульвар, Нижняя Верхняя Набережная, это Каскадный сквер, очень один из старых каскадных фонтанов, Заводский район, Сухой фонтан, да, называется Каскадный сквер, и Каскадный фонтан уже... не один год функционирующий. Соответственно, это Каштановый сквер в Корабельном районе, это сквер Витовский. Территории есть перспективного развития, и на сегодняшний день есть те территории, которые мы обслуживаем в городе Николаеве непосредственно уже очень долгий период времени. Такие как Совет Европы, это довольно любимое место отдыха для жителей города Николаева. Поэтому работы ведутся и по благоустройству, и по санитарной очистке данной территории. Конечно, проблемы есть, даже отрицать этого не буду. И не всегда хотелось бы видеть лучшую работу, да, подрядной организации. Ну, на сегодняшний Скажите, день... а вот в принципе понятно, что, знаете, как смежники подводят, да, то есть вроде бы вы там нанимаете людей, но не со всеми складывается. Вот каков критический уровень, так сказать, плохого выполнения работ вашими подрядчиками, если вот после которого вы меняете подрядчика, начинаете работать с другими?
Или вы им там пальцем грозите только, или штрафуете, или не уплачиваете деньги? Как вот у вас происходит? Если, откровенно говорю, если есть невыполнение работ, то просто не подписывается акт о выполненных работ. Поэтому эти деньги подрядчик не получает. Это во-первых. Что касается меняем-не меняем, здесь немного сложнее. Здесь проводятся торги, которые объявляются департаментом жилищно-коммунального хозяйства раз в год и приходят подрядные организации, которые желают выполнять или иные виды работ. Кто выигрывает, с теми мы и работаем. Поэтому пальцем это такое дело. Хорошо, тогда давайте еще. Вот, все-таки мы пытаемся всегда, чтобы программа была максимально полезной нашим зрителям, жителям Николаева, жителям области. Вот если люди видят, что в местах отдыха грязь, не убран мусор, куда звонить, куда обращаться? Департамент жилищно-коммунального. Телефон, скажите, пожалуйста, сейчас наберем. Служба оперативного реагирования 1588. Принимаются заявки ежесуточно и ежедневно с утра. Я или мой заместитель эти заявки обрабатываем. То есть 1588, они да, вот целый рабочий день, то есть можно звонить. Да. Или же непосредственно в наше управление 47-48-08 принимаются телефонные звонки. Еще раз повторите, пожалуйста, сейчас режиссер даст. 47-48-08, управление экологии, департамента жилищно-коммунального хозяйства. Спасибо. Ну, теперь, по крайней мере, мы знаем, куда обращаться. Я бы хотел, чтобы наши эксперты уже подключались. И вот Андрей Гроза подъехал, так понял, пешком шел из Кублева, потому что опоздал, не успел к началу. Но, тем не менее, хорошо. Депутат районного совета Андрей Могильда обещал нас потрясти сегодня открытиями документального характера относительно состояния экологии, состояния отдыха. Надеюсь, что вы тоже подготовились. Это вот сейчас напоминаю телефоны оперативного дежурного и телефон управления экологии, по которым можно сообщить о беспорядках в зоне отдыха, в местах отдыха. Итак, Андрей, пожалуйста, мы, будем так говорили больше о городе, но хотелось бы поговорить о том, что происходит в Березанке. Много шло разговоров о том, что собирались сделать там город-курорт, собирались там какие-то новосюки строить, и каждый раз где-то мы тормозим. В Коблево, я не знаю, по-моему, уже страшно просто приезжать, потому что то, что там происходит, кажется, никаким законом не подчиняется. Там с другими зонами чуть получше, но вот в принципе, мы говорили об этом пару месяцев назад, что поменялось, что улучшилось? В принципе, пару месяцев назад мы говорили, поднимался у нас маленький сюжет по Рыбаковской дороге, то есть на сегодняшний момент там дорога отремонтирована. Мы, кстати, вот был спонсор меценат, да, я был, то есть великолепно, то есть до конца территории, до последнего лагеря дорога отремонтирована в великолепном состоянии. Вот, посещал пару-тройку детских лагерей, то есть, ну так, заходил, общался немножко с руководством. В принципе, детворы много, дети довольны. Вот, то есть, и в плане как бы отдыха, в плане питания. Единственное, что последние выходные было, конечно, холодное море, то есть детей как бы к морю не выпускали, там организовывали досуг на месте. Вот. Единственное, еще не успел побывать в лагере «Орленок», это как бы отдельная история, потому что на протяжении 3-4 лет там отдыхают дети-сироты, то есть туда присылают детей с интернатов, и я думаю, что там достаточно большая проблема с питанием детей. Вот, потому что дети постоянно как бы бегали по берегу там, в поисках какой-то подработки, не подработки, то есть в поисках там, чего-нибудь поесть. Вот, то есть люди подкармливали, директора баз подкармливали ребят детвору. То есть в этом году еще, честно скажу, не знаю, как бы не был, не заезжал, но в принципе заеду, поприсутствую, посмотрю, что у них там происходит. Может быть, ситуация тоже улучшилась, вот, хотелось бы на это надеяться. Вот, по Коблево. Ну, честно сказать, сложно, да, там обещали статус города-курорта. Что под собой подразумевает статус города-курорта? То есть статус города-курорта подразумевает под собой государственные инвестиции, то есть непосредственное финансирование из бюджета Украины для развития, для привлечения. Статус города-курорта Коблево у нас не получило. Вот. Хотя, в принципе, как бы эта программа готовилась, ну, вышестоящие там, как бы, министерства, там, ведомства и Верховная Рада должны как бы обладать этой информацией. Интересно было бы узнать, на каком этапе находится это в сегодняшний момент. По поводу беспорядков, ну, я бы не сказал, что настолько все запущено.
Вот. Ну, по крайней мере, на прошлой передаче мы говорили о том, что там все как-то очень сложно. Андрей, я прошу прощения, у нас вот есть звонок зрителя. Да. Давайте мы послушаем, ответим и продолжим. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Аркадий, я житель города Николаева Ленинского района. Хотелось бы представителю вернуться немножко назад, представителю экологической службы, задать вопрос. А как он оценивает и характеризует состояние на площади Победы? Вот эти все пивные ларьки, вот эти все непонятные туалеты, вот это все мясоразделка летом. Ну вот это вот как это все? Площадь Победы, ну скопление людей, палатки, которые уже не первый год, понимаете? Ну. Хорошо, я понял, спасибо. Я не уверен, что это прямо все к вам, но тем не менее, вот, я могу озвучить. Пожалуйста. Категорически против этого, если это нарушение законодательной базы. И однозначно здесь нужно принимать радикальные действия. По одной простой причине, что действительно рынок, о котором ведется речь, часто и очень часто разделывается мясо на улице. Хорошо. Вот вы представитель городской власти. То есть вот что с этим делать? То есть вы, понятно, вот очень хорошо, что вы лично против. Дальше что делать с этим? Естественно, все нужно делать на основании законодательной базы. Отменять, если есть сервитуты этих ларьков, через сессию сервитута, то есть проводить работу. Милиция, в крайнем случае, есть. И что еще? Вот если бы у нас были здесь депутаты, мы бы сейчас, помните, как в собачьем сердце, мы бы здесь устроили дискуссию, да? Однако, не с кем нам говорить, вы единственный представитель, вот, который может конкретно ответить на этот вопрос. Вот звонит житель. Я понимаю, вы действительно против этого. Ну, мы сегодня, ну, кто может быть за, да? Но что с этим делать? То есть, ну, мы скажем, да, плохо. Есть какой-то механизм, чтобы вот вы, как руководитель ответственного за санитарное состояние, да, могли что-то предпринять, какие-то шаги, а потом сказать, я делал, но вот на этом месте затормозилось. Вот дальше мы закончились мои полномочия, мне нужна там помощь общественности или нужна помощь милиции. Как быть? На мой взгляд, как бы это ни было банально, это нужно проводить те мероприятия, которые сейчас собираются делать децентрализация власти. Второе, изменение законодательного поля в административных штрафах. Без этого никуда. Административные штрафы на сегодняшний день для того, чтобы их выписать, это целая проблема, а получить бюджет так и еще больше. Спасибо. Изменение законодательного поля, в первую очередь. Вот, знаете, есть у Саши Черного стихи такие. Наши предки лезли в клети и вздыхали там не раз. Худо, братцы, наши дети будут жить вольготнее нас. Дети выросли, и эти лезли в клети поздний час и вздыхали. Наши дети встретят солнце после нас. Так вот, скажите, вот хочется вот сейчас, Аник, чтобы наши дети. Когда там закон будет, что поменяется, сложно. Каждый раз тема административных штрафов, вот когда только касается чего-то подобного, она обязательно всплывает. Говорят, не хватает полномочий, не хватает там, людей, которые будут, не хватает свидетелей. Вот я понимаю, что вам, как власти, хочется, чтобы было по-другому. Я понимаю, что вам, как представителю власти, не всегда хватает полномочий. Но неужели ваших полномочий в принципе не хватает для того, чтобы навести такой порядок? Мы все бываем в других городах, но они очень сильно отличаются от Николаева, многие из них. Черкасы, например, вот недавно был, Полтава, Винница. То есть, ситуация с административными штрафами, она везде одинаковая, правильно? В общем-то, законодательная база везде одинаковая, но у кого-то получается, у кого-то нет. Почему? Ярослав, в моих полномочий этого нет. Потому мне тяжело что-либо говорить и апеллировать жителю города в качестве того, что изменение законодательства. Все идет через закон. У меня дети живут здесь. Я сам здесь живу уже, слава богу, 40 лет. Поэтому то, что происходит здесь, и то, что оно есть, не всегда соответствует тому, чего ты хочешь. Это естественно. Я повторю, что я сказал. Изменение законодательной базы. И тогда, когда наверняка после этого произойдет изменение в стихотворении вашего хорошего. Ну, Алексаша Черного уже нет в живых, я думаю, так. Под 100 лет почти. Ну, в общем, в любом случае, писал о том, что здесь сейчас нас касается. Хорошо. Был Андрей Гроза, говорил о ситуации в лагере Орленок. Что? Да, смотри, действительно. Несколько лет подряд были моменты, связанные с организацией питания. Почему? Потому что лагерь Орлятка является лагерем коммунальной формы собственности. Да? Как бы, в принципе, как и все лагеря, они придерживаются постановления 1591 о порядке питания детей в таких заведениях. И что получалось? Получался парадокс, что лагерь частной формы собственности, он может отходить, да, как бы немножко от этих догм и увеличивать
там и стоимость питания, и, соответственно, наполняемость, скажем так, этой питания. Лагерь коммунальной формы собственности это сделать не может. Почему? Потому что приходит финансовая инспекция и говорит, подождите, у вас идет перерасход средств, вот по постанове у вас вот такая должна сумма идти на питание, вы тратите другую сумму на питание. В итоге получалось, что ребенок, находясь в интернате зимой, получал, как бы, скажем так, 200 грамм сока, да, в день. А по этой постанове приезжает на отдых, где идет активная, да, физическая, как бы, нагрузка и так далее и тому подобное, получает по этой постанове полстакана сока. Ну, то есть я так понял, что теперь вот, если родители думают о том, куда отправить ребенка, они обязательно должны посмотреть, не приведи Господь, не отправить в лагерь коммунальной собственности. Потому что там ребенок просто проголодает всю смену. Сейчас ответите после того, как наш зритель задаст вопрос. Пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я смотрю вашу программу. Скажите, пожалуйста, меня очень волнует судьба парка «Дружбы». Высыхающие деревья, 50% парка уничтожено, вырублено, высохшего. Исследуются ли причины высыхания этого парка? Предусматривают ли какие-то деньги на восстановление этого парка? Спасибо, Владимир Германович. Слушайте, вам сегодня просто аншлаг у вас. Бенефис. Долгий, да. Дело в том, что действительно по парку «Дружба» это один из старейших парков города Николаева. Он входит в единый массив молодежного парка и «Дружба» совместный. Вот этой сессии городского совета выделены средства для того, чтобы организовать проект землеустройства его и отдать на баланс тому или иному департаменту и ведомству. Уже, в принципе, ведутся переговоры, ну, может быть, тайно, не тайно, открою тайну, наверное. Ведутся переговоры с Национальной аграрной академией о том, чтобы они проводили совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, нашим управлением, экскурсии для детей, то есть познавательные. И мы в осенью этого года планируем сделать массовую высадку деревьев там. Для того, чтобы его возобновить, действительно проблема по сносу деревьев была такая, это правда. Разобрались, были люди наказаны, это я точно знаю. Ну, и в этом году, я думаю, уже будут четкие границы этого парка, дедропарка. Ну, если вам хватило полномочий хотя бы на то, чтобы наказать тех, кто туда там вырубал деревья, это уже серьезное продвижение вперед. Андрей Могильда. Андрей, вы говорили о том, что вам есть очень много чего интересного рассказать по этой нашей программе. Вот я вас ни в чем не ограничиваю, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, я единственное, что могу добавить к безопасному отдыху на воде, это что касается с точки зрения человек, который занимается перевозками пассажирскими на воде, и судоводителя, в частности, который эксплуатирует акваторию наших двух прекрасных рек. Ну, первый серьезный такой, как бы камень преткновения, что обстановка у нас на воде находится в печальном состоянии ввиду освещения. То есть у нас имеются буи, которые не ухаживаются, то есть не обслужены, соответственно, без освещения. И поскольку в летний период достаточно много судоводителей отдыхает на воде, то есть это лодки, моторные катера и так далее, также передвигаются в ночное время, и существует опасность того, что опасность столкновения с этими неосвещенными объектами, которые находятся непосредственно на воде. То есть мы своими силами пытаемся это дело поправить, то есть беремся за то, чтобы осветить буи, чтобы было более-менее безопасно. Что касается отдыха на воде, существуют базовые требования регистра судоходства и Моррич-инспекции, в частности, которые обязательны для выполнения всеми людьми, которые эксплуатируют водный вид транспорта. Ну, в принципе, как бы они, если их придерживаться, то, по идее, все должно быть в порядке. И что еще могу добавить со стороны, как предприниматель, который занимается данным вопросом, то есть наша позиция твердая, гражданская, что все, что можно сделать для безопасности отдыха людей на воде, нужно делать, и как бы на это нельзя закрывать глаза. То есть, соответственно, обученные специалисты, то есть ребята, которые у нас работают, все обладают правами, то есть на право эксплуатации суден, плюс обучены первой медицинской помощи, есть все необходимые средства для оказания, поскольку мы курсируем недалеко от пляжа «Стрелка». То есть мы всегда готовы прийти на помощь. Вот как бы единственное, что мог бы дополнить. Спасибо. Хотелось бы спросить, вот Игорь Пок спрашивал относительно участия различных общественных организаций в организации детского отдыха. А вот вам как-то происходит у вас взаимодействие вот с такими вот энтузиастами, как Андрей Могильда?
Ну, с этим энтузиастом нет, скажем так. Ну, теперь вот познакомитесь первый, и будете сотрудничать. Вижу. А вот то, что было в программке по организации по подводному спорту, то они вышли с инициативой организовать мероприятие с детьми по обучению и проведение водолазного обследования, очистки акватории дна на Намыве, то есть тех участков, где люди купаются. И где предприниматели, скажем так, не такие добросовестные, как представитель, отказываются выполнять мероприятия по защите людей на воде. У нас и такие есть, это Максимус, там Юлиана Сервис, то есть, несмотря на предъявляемые требования, находясь в зоне отдыха, они не выполняют мероприятия по защите людей на воде. Спасибо, сейчас ответим на вопрос, а потом продолжим. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Якова Людмила Борисовна, я живу в районе яхт-клуба напротив строящейся церкви. Я слышала, вас вопрос задавали по зеленым насаждениям города Николаева и за парк говорили. А я хочу сказать, какой преступной деятельностью у нас занимаются. Я не знаю, что это подрядная организация от ЖКХ города Николаева. Некая фамилия Скибицка, если вам знакома. Вот ее бригады, я не знаю, что за бригады, ух, с бензопилами ездят. Они срезают просто здоровые деревья. Вот конкретно у нас на остановке 79-52 маршрута, это прямо речвокзал остановка, было срезано уникальное дерево, 11 стволов, это как группа, шелкун, мужское дерево шелковицы. И когда я подбежала и спросила, что вы делаете, сказали, есть акт. А, кстати, потом не нашла депутат Суслова, не нашла этот акт. То мне эти бензопиловые мужчины сказали, вам ваших детей кормить хочется? Нам тоже. Я сначала не поняла, в чем дело, а потом поняла, что они на дрова здоровые деревья срезают. И это не только здесь. Они рядом великолепную срезали акацию. Просто у нас сушняка по всему городу, море. Срезаются здоровые деревья. Если срезается дерево или остаются пни. У нас рядом с церковью этот парк. Там столько пней оставленных. Почему эти бригады ух действительно не занимаются тем, чем они должны заниматься? И почему Скибицкая, она много лет занимается этой деятельностью и возглавляет эту бригаду? Я обращалась в отдел, я не помню начальника отдела, фамилию, он сказал, что он разберется. Но никто не разбирался, пытались разбираться, но никто не разобрался, и Скибицкая продолжает свою эту деятельность. Я считаю преступную, потому что... Как можно этому дереву лет 50 было за одно мгновение смести? Самое главное, они один ствол оставили больной, текущий, с дуплом. Все здоровое они срезали, притом под корень. Спасибо большое. Ну вот я единственное могу сказать, что есть у нас опыт таких общественников, они в интернете, на Фейсбуке, в группе «Матвеевский лес» объединяются. У них есть масса не очень законных, но зато очень действенных способов остановки вот таких вот вандалов. Я думаю, что если вы с ними спишетесь, «Матвеевский лес» на Фейсбуке, они вам подскажут, как это сделать. А если говорить о законных способах, вот, пожалуйста, Владимир Ильич, что с этим делать? Это можно считать заявлением. Ну, это заявление я знаю, разбирательство есть. И насколько я знаю, то были работы там выполнены по законодательному полю. Фактически дерево, которое там находилось, да, оно было не из 12 стволов, это было... Самосев шелкуна, то есть оно выбилось из пня, которое раньше сносили дерево, да, оно выросло. Но было конкретно по этому адресу доручение с районной администрации выезжали, там остановочный комплекс. Не комплекс, а остановка. И люди, выходя из трамваев, всегда натыкались на эти ветви дерева. Осталось там 2 или 3 ствола, это правда. Поэтому говорить о том, что снесено все под корень, нет, это не соответствует действительности. Ну, я думаю, что нам тогда, наверное, съездим туда съемочной группой, посмотрим, потом побеседуем на эту тему. Хорошо, спасибо. Итак, вот возвращаясь к организации именно безопасности на воде. Вот да, опять у нас звонок. Хорошо, я закончу вопрос, все-таки доформулирую, потом мы дадим слово зрителю. Относительно освещения буев. Понятно, что делают люди своими руками, своими силами, за свои деньги. Но есть ли какая-то статья в бюджете для того, чтобы все-таки эту работу осуществить? Ну, по судоходству за освещение буев отвечает предприятие «Госгидрография». Мы об этих буях говорим, которые выставляются на фарватере «Госгидрографии». И, насколько я знаю, предприятие работает. Буи освещаются, и
В каком месте? В каком месте? Там, где Янгул впадает в Южный Буг. А там не должно быть буев, наверное. О, не там, там есть. Пять зеленых буев, которые ближе к, ну, вот, аграрное поле. Я думаю, что, коль скоро такая вот спорная тема, вряд ли ее стоит как бы обсуждать в прямом эфире, но я очень надеюсь, что вы вот все-таки договорившись, как-то туда, возможно, выйдете, решите этот вопрос. Потому что, ну, если есть какое-то предприятие, которое должно это освещать, я просто знаю, у меня, это очень дорогой свет этот специальный. Я просто понимаю, что если люди ставят за свои деньги туда свет, а кто-то получает бюджетные деньги и не освещает, то что-то мне подсказывает, что эти деньги, возможно, как-то, как говорил один мой товарищ, неадекватно осваиваются. Поэтому я надеюсь, что результатом этой программы станет разбирательство по этому поводу. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Еще раз здравствуйте. Я хотела вас... передача называется «Контраргумент». Я хотела ответить человеку по поводу деревьев. Это неправда, мягко говоря. Я еще раз повторяю фамилию в эфире. Скибицкая. Это человек, я считаю, преступник. Хорошо, большое спасибо. Николаев. Давайте мы все-таки... Ну, мы же решили, что по этому поводу действительно разберемся, поедем, поснимаем. Ну, просто повторять одно и то же, право же, не стоит. Это неинтересно всем зрителям. Мы услышали вашу позицию, услышали позицию горосполкома. Я обещаю, что мы еще подключим к этому нашу съемочную группу и все-таки разберемся с тем, что там на самом деле происходит. Может быть, пусть оставьте, пожалуйста, сейчас перезвоните режиссеру. Нашему режиссеру. Еще раз перезвоните по этому номеру, только не в эфир, а режиссеру оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся. Спасибо. Итак, продолжаем. Я хотел бы слово Александру Молодцову передать, нашему журналисту, поскольку, в общем-то, тоже Саша неоднократно занимался различными вот аспектами летнего отдыха и состояния наших зон отдыха. Саша, вот о твоих впечатлениях, в том числе от леса, от парка, от всего, чем, что, куда мы выбираемся отдыхать? Честно говоря, по городу есть где отдохнуть. Я считаю так, что горожане, которые выходят в город после обеда вечером на выходные дни, они имеют возможность адекватно отдохнуть. Я, например, живу в районе 22-й школы, парк рядом, там, где... так, да, именно так. Честно говоря, там, когда я застую, там везде чистота. Но есть вопрос, что после праздников бывает немножко насорено, и вот тут я хотел бы такой вот вопрос поднятие чистоты, и очень часто бывает горожанам делают замечания, что, мол, бросайте себе под ноги, невоспитанные, мы там, надо быть культурнее, мы в Европу идем. Только, наверное, забываем такой момент, что по нормам благоустройства все-таки должны быть какие-то нормы размещения мусорных урн на какой-то площади, и какие-то люди должны за этим как бы ухаживать. И вот иногда это не касается же конкретно зон отдыха зеленых, это бывает, это, наверное, скорее всего, бич нашего города, по большому счету, ну, не хватает, я считаю, мусорных контейнеров. И горожане, которые сознательные, они съели банан, например, эту обложку, обертку, шкурку тащат с собой, или в кармане, или в рюкзаке, как я, да, до ближайшего мусорника. Но если такого нет, то они бросают на пол, и, в принципе, если нет в округе мусорного ведра, то обе стороны правы. Те, которые говорят, что не надо бросать, и те, которые бросают, потому что негде. Вот я хотел бы очертить вот такую вторую часть этой проблемы. То есть это и касается и рекреации, и отдыха, и благоустройства, и, собственно, городской какой-то санитарии, чистоты. Вот у меня такой вопрос. Есть ли у нас достаточно людей, которые смотрят за чистотой санитарии, и есть ли у нас в достаточном количестве урны, собственно? Вот это то, от чего зависит и внешний вид нашего города, и отношение горожан к нему, и, собственно, то, что формирует облик нашего города у людей, которые приезжают. Николай. Спасибо, Саша. Мы, в принципе, планируем программу, посвященную как раз вот отношению жителей города к нашему городу, потому что действительно, в общем-то, ну, часто как бы предполагается, что все должны делать городские власти. Но Саша, в общем, говорит правильные вещи. Однако, вот что касается количества урн, это не раз этот вопрос поднимался. Что? Это тоже сложная бюджетная проблема? Нет. Почему сложная бюджетная проблема? Я могу ответить со всей ответственностью, что на объектах департамента жилищно-коммунального хозяйства, который отвечает непосредственно управление экологией, урны имеются. Вопрос в другом. Какие это урны? Это бетонные урны, которые, бросая 2-3
полуторалитровых пака из-под воды закрыта полностью. Фактически вокруг нее собирается мусор. Поэтому для того, чтобы начать решать эту проблему, мы ее решаем. Сегодня мы закупили 100 урн, оцинкованных, красивых, которые будут не портить облик города, а создадут какую-то, скажем так, определенную красоту, да, облику сквера или парка. И в этом месяце мы их установим. Какие скверы? Это в основном центр города, это Корабельный район и часть Ленинского района. Планируем закупить еще 100. То есть фактически те урны, которые есть на сегодняшний день, да, они отжили свой уже ресурс жизни, их надо менять по эстетическим, да, и по нормам безопасности в том числе, потому что это бетонные урны, которые... Крошатся. Да, не дай бог. Понимаете, о чем я говорю? Это красивые урны, которые оцинкованы. Понятно. Ну что ж, вот еще приятный момент этому вопросу. Севастополь, 78-й год, еще будучи ребенком, шли по улице, да, там с отцом, то есть купили мне пломбир, да, снял этикетку, облизал, кинул, получил сразу подзатыльник. Ну, ситуация как бы, да, воспитательного такого легкого процесса. Вот, говорит, ты что, говорит, урны не видишь? То есть урны стояли, ну, будем говорить, там, максимум через 3-5 метров по городу. То есть, и я считаю, что нам к этой практике необходимо возвращаться, вот, для того, чтобы действительно город был чище. И не только парки и центральные улицы. То есть у нас есть проспект Ленина, там, где практически полное отсутствие их, ну, в центре, может быть. Почему? То есть, по всему проспекту Ленина? По боковым улицам, ну, единицы. Я думаю, что нам нужно просто обратиться к волонтерам, чтобы они выделили достаточное количество отцов, которые будут давать подзатыльники детям, бросающим этикетки. Игорь, подожди секундочку, звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я жительница микрорайона Матвеевка. У нас по улице Лесной 5 и 7, два дома аэропортовских, так можно сказать. На детской площадке огромная мусорная яма. Туда частники свозят весь мусор, который можно, и тут же гуляют дети. Мы не один раз обращались к нашему депутату помочь нам эту мусорную яму убрать. Мы же не можем детей оставить одних. Дети гуляют. Сюда ходят дети со школы, рядом школа. Но у депутата не хватает времени на этот вопрос. Он говорит, я знаю, будем решать. В прошлом году здесь было большое возгорание. Приезжала машина, тушила, пожарная машина тушила. И до сих пор эту яму. Здесь фекалии выбрасывает частный сектор. Мертвых животных дышать нечем, особенно вот когда дождь пройдет. И ничего у нас на сегодняшний день не делается. Скажите, что нам, я вот как представитель нашего вот маленьких наших вот этих домов, пятиэтажных, два дома, что нам делать, как нам быть, если вот власти нас не слышат. И представитель здесь есть, Мотус, такой депутат наш, вот местный, он здесь живет, он ездит рядом машиной, он на это не обращает внимания. И второй вопрос у нас по кладбищам. Очень хорошо, что городские власти выделили участок под новое кладбище. Но в Матвеевке сегодня люди хоронят своих городских жителей. В Матвеевке выделили новую улицу. При этом, когда прошел дождь, эти машины траурные делают такие колеи, которые вообще невозможно ни проехать, ни потом ни пройти. И вот, ну, вы понимаете, вот мне кажется, что вот как-то новое кладбище делаем, пока вот там не хороним, сюда люди возят, а за этим никто не смотрит. Хотелось бы, чтобы все-таки обратили внимание, если уже нарезали новые улицы, ну, засыпьте или отсевом, ну, чтобы можно было добраться после того, когда похоронная процессия пройдет, значит, сделает колеи, ну, практически вот кладбище неухоженное остается. Понятно, спасибо. Ну, я хотел бы сказать, что вопрос не по теме, но учитывая, что кладбище – это место вечного отдыха, его тоже можно считать рекреационной зоной, и поэтому, пожалуйста, господин Трофанюк. Ну, по поводу ситуации с прокладкой траурным транспортом колей, прошу дать неделю, мы ликвидируем эту проблему, отсев есть, только на другом кладбище мы перевезем. Вот. Ну, а касательно захоронения, скажем так, на Матвеевском кладбище жителей из других районов, но тут вы уж извините, есть такие вещи, как семейные подхоронения, может человек жить в Матвеевке, а близкий его может умереть в другом районе города.
и они имеют право лечь рядом. То есть здесь мы сегрегацию по месту жительства людей делать не будем. А по благоустройству это замечание мы учтем. Прошу неделю на реализацию. Да, пожалуйста, перезвоните, пожалуйста, сейчас по этому же телефону, перезвоните, режиссер возьмет трубку, вы скажите ваш адрес и, пожалуйста, погромче относительно вот того, что только что сказали, а то вы не были в кадре, вот насчет свалки. Сейчас вас... Да-да, пожалуйста, говорите. Нужно оставить адрес и номер телефона, с вами свяжемся, думаю, мы эту проблему решим тоже. Ну что, спасибо. В чем прелесть нашей программы, что многие проблемы решаются прямо в прямом эфире, по крайней мере, намечаются пути их решения. Пожалуйста, Игорь. Да. Возвращаясь к замечательной теме урн, хочу сделать такую ремарочку воспоминания. В прошлом году я был на одном из семинаров в городе Харьков, вот, и там увидел, ну я так подобных конструкций не видел больше нигде, поэтому мне как бы понравилась простота. И, видимо, нет, не такая высокая стоимость самой конструкции. Значит, некий металлический такой кронштейн с кольцом, на который очень легко надевается мусорный пакет. Сверху шапка. Да, и сверху шапка, которую можно там бычочки, там окурки тушить и так далее. То есть, насколько я понимаю, это не очень дорого. Вот, и ну, гораздо дешевле там оцинкованных каких-то там серьезных конструкций. И, как мне кажется, позволяет таких вещей, таких конструкций больше закупить и покрыть ими большую площадь в городе. Потому что действительно, если проспект Ленина, например, у нас, ну, как бы центральный проспект, да, более не менее там или Советская, хотя на Советской мало на самом деле урн. Вот, проспект Ленина как-то более не менее обеспечен урнами, то шаг вправо, шаг влево, их уже нет. То есть Чкалова, там, Чигрина, там, и так далее, все эти боковые улицы, все. Действительно, некуда выбросить окурок. Ну, хороший пример уже начат. То есть мы закупили такие для того, чтобы выставить в парках и скверах. На тех объектах, где массово находятся люди. О том, о чем говорите вы, это урны, которые ближе подходят к остановочным павильонам и комплексам для маршрутных такси там, и так далее. Ну, рынки там. Опять же, да, опять же, никто не запрещает выполнять правила благоустройства. На сегодняшний день возле каждого магазина, возле каждой лотка обязана быть установлена урна, которую человек обязан убирать. Хорошо, а вот скажите, вот магазин есть, да, то есть нельзя получить разрешение на магазин без списка как бы того, что ты должен делать, подписывая вот определенные документы. То есть очевидно, что там должна быть урна, но далеко не везде есть. Вот что делать с такими магазинами, как быть? Административные штрафы, жалобы, обращения, закрытие, какие варианты? Штрафы. Административные штрафы выписываются районными администрациями, работая в этом. Хорошо, скажите, вот идет человек, вот он реально негде выбросить бумажку. Магазин, для которого должна быть урна, возле этого магазина нету. Вот сознательный гражданин, что ему делать? Куда писать? Как обращаться? Обращаться по тому телефону, который вы говорили? Можете и нам обращаться. Мы перенаправим это обращение в районную администрацию. Я думаю, они отработают это полностью. Хорошо, тогда, пожалуйста, вот обратите внимание, телефоны, по которым можно звонить. Это вообще все, что касается благоустройства мусора в городе, порядка в городе. Хотите сказать спасибо, не позвоните, будет людям приятно. У нас звонок из зрителя. Пожалуйста, говорите. Говорите, вы в эфире. Сорвалось. Так, еще хотелось бы поговорить тогда вот о том, о чем спрашивал Игорь, о том, как волонтеры, как общественные организации организовывают отдых детей. Есть замечательные примеры, сюжет о летнем лагере, о языковом летнем лагере. Мне кажется, будет очень интересно посмотреть. Он был у нас в новостях, приятно напомнить. 1500 учнів 23 шкіл обласного центру удосконалювали свої знання з англійської та німецької мов. Волонтери з вищих навчальних закладів міста та вчителі вирішили не проводити заняття за класичною формою уроків. Різноманітні квести, малювання мап, конкурси, театральні вистави – і все це іноземною мовами. Найбільшою популярністю користувались розробки проєктів, флешмоби, брейн-ринги та ланд-шоу. Тут було цікаво як старшокласникам, так і малечі. Організатори створили всі умови, аби учні відчули себе частиною європейської спільноти. Цьому сприяла дружня ігрова атмосфера, увага до кожного школяра з боку волонтера. Особливо емоційним став день закриття таборів. Діти не тільки презентували соціальні та екологічні проекти, а й продемонстрували власні таланти.
Спілкування було, перш за все, іноземною мовою. Це дало можливість кожній дитині удосконалити свою мовленнєву компетентність, поспілкуватися з друзями і отримати можливість ще подивитися на свої знання, почитати книжки іноземною мовою, і у них буде перспектива не тільки навчатися на уроках, а ще й спілкуватися з друзями. Сейчас послушаем вопрос зрителя и вернемся к обсуждению. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Мы звоним с микрорайона Ракетная Роща. У нас такой вопрос. Мы живем в самом конце Ракетной Рощи. У нас нет ни одной детской площадки. Дети бегают вокруг маршрутных такси, вокруг магазинов вечером с родителями. Некий даже детям просто нет никакой детской площадки. Пожалуйста, да, пожалуйста, погромче, Владимир Германович. Ну, первый вопрос, это к кому обращались вы, чтобы вам установили детскую площадку? Территория, которую у вас вы назвали, в принципе, можно подвериться, вошла ли она в нынешнюю программу «Николаевский дворик». Мне нужен, опять же, ваш адрес. Оставьте его и разберусь, перезвоню. Сейчас еще раз дадим на экран телефона непосредственно управления Владимира Германовича, оперативного дежурного. А и кроме того, пожалуйста, это касается, в общем, всех, кто нам звонит. Если у вас какой-то адресный вопрос, продиктуйте, пожалуйста, нашему режиссеру ваши координаты для того, чтобы с вами связались и смогли, соответственно, действенно отреагировать, а не просто поговорить в эфире. Правда, цель нашей программы – хоть чуть-чуть сделать лучше жизнь каждого из нас. Или хотя бы жизнь нашего города в целом. Пожалуйста, вот по поводу детских лагерей. Есть хорошая инициатива? Может быть, есть какие-то инструменты? Ну, понятно, что люди, которые обращаются, у них вот светлая идея. Хорошо было бы что-то такое сделать. Ну, кто-то, кому-то подсказали, кто-то знает. Кто-то думал, что все просто, споткнулся на сложностях, на каких-то юридических, там, на организационных и так далее. Но есть потенциал, есть желание людей. Вот можно ли как-то объединить ваше знание ситуации, ваше умение все это организовать и потенциал людей, которые просто хотят чем-то помочь? Слава Богу, сейчас волонтерское движение у нас касается всех сфер нашей жизни. Пожалуйста. В любом случае, конечно, это все можно делать, и это, я думаю, даст определенный свой результат. Вот. Но опять же хочу повториться о том, что детское оздоровление, да, в целом, как бы, это опять же такой вид деятельности, который, скажем так, очень, очень тонкий, да. Вот. И если, скажем так, вчера были моменты, связанные с тем, что собственники и директора объектов, да, как бы они не особо обращали внимание на, скажем так, качество услуги, то сегодня конкуренция просто бешеная на рынке услуг, особенно в отсутствии финансирования сбоку фонда соцстраха. И в любом случае, каждый объект, основной доход – это участие в процедурах закупки по всей Украине, как бы, и так далее, и тому подобное, и привлечение конкретных больших организованных групп детей. Как бы там ни было, если в лагере не будут созданы нормальные условия, да, которые соответствуют государственному социальному стандарту оздоровления и отдыха детей, ничего на объекте не будет. Я немножко о другом говорю. Вот с одной стороны, да, есть там соревнования за то, кто там больше украдет на закупках, да. Есть у кого-то там возможности проводить рекламу и там какие-то VIP-условия создавать. Но вот лагерь, вот этот, который мы показали, он в городе. То есть это не вопрос какой-то сложной, дорогой организации. Это вопрос, с одной стороны, доброй воли волонтеров, с другой стороны, тех, кто помог им организоваться и все это сделать. Я не знаю, там, как мне с кормежкой в этом лагере, может, вообще дети домой, видать, ходят. Вопрос вот в целом, как организовать отдых тех, кто вообще здесь остался. Есть желающие помочь, и есть вы, к которым эти желающие могут обратиться. Не вопрос. Это, в принципе, абсолютно я не вижу в этом никакой проблемы. То есть и в плане организации, и в плане какой-то помощи. То есть, тогда, пожалуйста, ваши контакты, куда обращаться? Да. Управление по делам по работе с молодежью, департамент образования, науки и молодежи, Адмиральская, 20, первый подъезд от улицы Адмиральская, 510 кабинет. Понятно. То есть в любом случае областное управление образования, то есть вас там можно найти, да. И, в общем, вы поможете, проконсультируете. Еще звонок в студию, пожалуйста. Говорите. Алло, здравствуйте. Извините, пожалуйста, я хотела задать вопрос. У нас в центральном районе на улице Фалеевская есть детский сад 70.
У меня туда ходила внучка, детей очень много ходит. Мы обращались к депутатам по поводу покрытия двора. Асфальт желает лучшего. Дети постоянно падают и разбивают то коленки, то лбы. И депутаты вроде говорят, помогут, а в то же время отказывают в помощи. Родители не могут сами осилить это. Скажите, пожалуйста, что нам делать и кому обращаться? Ну, сейчас вам Владимир Германович ответит компетентно и по закону, а я могу сказать, что сейчас выборы начинаются. Берите со всех. Берите со всех, вам построят по площадке, не то что в каждом дворе, а на каждой лестничной площадке. С каждого приходящего. Да, и берите, не стесняйтесь. Они сейчас будут ходить, вам рассказывать, как они будут о вас заботиться потом. Пускай сделают что-то сейчас. А, кстати, вот был вопрос относительно дебатов, которые там по Матвеевке на машинах разъезжают мимо мусорных куч. Тоже, в общем-то, они к вам тоже придут за голосами, поверьте. Так что знаете, что с ними делать. А теперь официально, пожалуйста, версия. Если детский сад, дорожки и прочее, то это работа директора. Нет, это я так понял, двор. Придомовая территория. У вас же есть программа «Николаевский двор». Да, пишется заявка в департамент жилищно-коммунального хозяйства. Опять же, те же телефоны. Еще раз телефон на экран, пожалуйста, сейчас адрес, на кого пишется письмо официально. И после этого рассматривается по финансированию бюджет уже. Здесь только так, если депутаты не в состоянии помочь. Вот. В любом случае, программа «Николаевский дворик» работает уже, насколько я понимаю, второй год. И да, достаточно, работает достаточно эффективно, поэтому вот, вы вполне можете в нее попасть. Запишите телефон и позвоните, наверняка вам подскажут, что с этим делать. Игорь, пожалуйста, да. Опять же, возвращаясь к основной теме нашей программы, к отдыху. Да? То есть у нас же отдых касается не только детского, а и взрослого отдыха. Так вот, я думаю, что тысячи николаевцев интересует такой вопрос. Когда в яхт-клубе будет пляж? Тот хотя бы отдаленно напоминающий, который был при Союзе. То есть не вот это забетонированный, заасфальтированный ужас, который сейчас там. И там 2х2 подобие пляжа с цветущей водой и со сливающейся канализацией в воду. Когда там будет пляж? И будет ли вообще? Вообще, может ли быть такое, что яхт-клуб все-таки как место отдыха, ну, все-таки возвратит свои какие-то вот эти позиции? То есть, опять же, кроме пляжа, там и лодки были весельные, да, и вышка была, с которой там прыгали. Ну, в общем, была какая-то структура, инфраструктура для отдыха. Сейчас там одни, даже не знаю, как детские, такие а-ля детские площадки и несколько пивных. Пивных больше, чем детских площадок. Да, это уже рано. Пожалуйста, вот кому на этот вопрос? Наверное, вот вам сегодня больше всех, Владимир Германович, достается. Похоже, только чувство юмора вас и выручает. Я не думаю, что это вопрос к МЧС, поэтому, пожалуйста, вы. Яхт-клуб – это областная, собственно. Да, да. Игорь, я отвечу за себя, опять же. Я могу рассказывать о том, что это действительно областная собственность, что это уже много проведено работы по его благоустройству. Когда там будет пляж, я не знаю. На мой взгляд, наверное, никогда. На мой взгляд. Но в принципе, хотелось это возможно сделать. Технически, да. Очень большие затраты. Технически. Это нужно убирать эту подпорную стенку, завозить, ну, в общем... Или песок, или щебень. Есть делать определенные требования. Довольно затратная часть. Если задастся целью, то можно перевернуть мир. Вы же понимаете и знаете. Если по мне, то я не знаю, будет ли это. Хотелось бы, конечно, чтобы это вернулось. Потому что я помню себя мальчиком маленьким, который выходил туда плавать, и купались мы довольно... Да, и довольно хороший пляж был, я его школу помню. Школу там прогуливали. Помню, это да, тоже бывало. Посему, Игорь, я не знаю, я не могу ответить конкретно за себя на этот вопрос. Я на самом деле такой вопрос больше риторический, как бы размышлительный риторический вопрос, потому что все-таки это место связано у огромного количества людей с какими-то воспоминаниями, хорошими, и да, с хорошими, и с бывшими, и с поколением старше нас и так далее. Поэтому это место, на самом деле, культовое, Николай. Ну, вот я бы, кстати, хотел вернуться к теме волонтерства и сказать, вот как-то, ну, мы начали с этого сюжета об отдыхе детей в Очакове, не очень явно прозвучало о том, что вот этот отдых тоже ведь организовали волонтеры. То есть, в принципе, есть примеры и того, как можно организовать настоящий вот отдых в зонах отдыха со всеми вытекающими последствиями, с кормежкой, организацией и так далее. Вот чего больше?
Это вот, вот эта вот история, там, где волонтеры смогли вот какой-то кусочек тепла, да, дать детям из семей военнослужащих, это исключение, а все остальное там, где сложно и не получается, это правило. Или все-таки есть варианты, когда вот можно развивать вот такое вот направление волонтерства? Ну, нет, а государство не все может сделать. Но есть люди, которые готовы помочь, государство должно просто, ну, рассказать как. Да, особенно в сегодняшней ситуации волонтерская тема, она очень большое имеет значение. В принципе, в любых направлениях, если мы говорим о лете, то конкретно по вопросам и летнего оздоровления и отдыха детей. То есть уже как и в плане того, что сюжет был, да, и по летним языковым лагерям, да, как бы и по пришкольным лагерям, хотя, опять же, не являются пришкольные лагеря оздоровлением, это лагеря отдыха, да, как бы, потому что дети там находятся 14 дней. И очень-очень много разговоров ведется на уровне министерства, что давайте вообще не будем открывать, вот, скажем, туда пришкольные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей. Но опять же, как бы, конкретно, когда мы задаем вопрос конкретный, да, как бы, а куда деть вот эту массу, да, детей, которые будут находиться в пришкольных лагерях, то есть вот ответа нет на сегодняшний день. А кому вы задаете эти вопросы? Мы задаем непосредственно вопросы Министерству социальной политики, как куратору в сфере оздоровления и отдыха детей. Ну, я, может быть, несколько превышу свои полномочия, потому что, ну, нету сейчас тех людей, о которых я хочу поговорить, но, в принципе, у нас достаточно часто бывают депутаты николаевские, которые сейчас являются народными депутатами, они, поверьте, очень активно, на самом деле, обращают внимание и реагируют на какие-то предложения, вплоть до законопроектов. Ну, то есть даже вот в нашей практике, спасибо вот Тарасу Дмитриевичу Кременю, скажем, были вопросы, которые просто там в течение месяца буквально решались. И абсолютно бессмысленные, вредительские законы, вот благодаря их вмешательству отменялись. Его коллег. Поэтому, если вопрос касается взаимодействия с министерством, вопрос касается какого-то затыка на уровне законодательства, поверьте, народные депутаты сейчас реально работают. Обращайтесь, это поможет. Ну, я думаю, что был бы здесь Тарас Дмитриевич или там Игорь Витальевич Брыченко, люди, которые часто бывают у нас на программе, они бы сказали то же самое. Игорь Борисович Козырь, они реально работают. Используйте их потенциал. Если мы это все используем, вы знаете, как правило, определенных затыков нет, есть затыки в временном моменте. То есть вот сегодня, да, второй месяц лежит законопроект о внесении изменений в статью 1 закона Украины об оздоровлении отдыха детей, о расширении понятия, что такое ребенок, которому необходима особенная социальная помощь и поддержка, в контексте добавления нескольких слов. То есть дети, родители которых участвуют в зоне АТО, да, как бы погибли, и дети внутренние переселенцы. Вот и все. То есть это архиважный закон на сегодняшний день, который откроет шлюзы. Ну, я думаю, что действительно нужно в хорошем смысле вот пользоваться лоббистами этих общественных интересов и обращаться как раз вот тем самым депутатам, которым еще не все равно, поверьте. Вот. Ну, есть люди, среди наших депутатов есть такие люди. А мы говорили о пришкольных лагерях, и я хотел дать сюжет как раз вот об одном из таких лагерей. Давайте посмотрим, поговорим на эту тему. Перший навчальний заклад, в якому ми побували – загальноосвітня школа номер 3. Дітей у таборі не було. На момент візиту нашої знімальної групи у них була екскурсія в музей. Ми подорожуємо містом, відвідуємо міський будинок творчості, кінотеатри, театри, екскурсії, походи. І взагалі ми складаємо виховний план роботи табору з урахуванням побажань наших вихованців. Віра Ященко розповіла, що в їх таборі 77 дітлахів – від 7 до 12 років. За віком дітей розподілили на 3 загони, а вчителі перекваліфікувалися на справжніх вожатих. Є тут і діти пільгових категорій із малозабезпечених родин – переселенці. В кожній школі, в якій нам вдалося побувати, організоване дворазове харчування. Його оплачують батьки. Вартість – 11 гривень на день. В кожному навчальному закладі своя програма відпочинку. Наприклад, у таборі для учнів муніципального колегіуму роблять акцент на інтелектуальних іграх і комп'ютерному вихованню. Школа має математичне спрямування, тож і під час канікул діти не мають забути те, що вивчили за рік. В цьому плані їм дає можливість прикладному розвиватися і програмування, і ігри даємо під час комп'ютерних занять з великим інтересом. Але ж канікули – це передусім відпочинок. Учні колегіуму багато часу проводять на свіжому повітрі. Малюють, проводять веселі старти і співають.
У таборі, що діє на базі школи номер 34, цього року 37 дітей. Їх відпочинок організовують 13 вчителів, серед них фізрук, керівник музичного гуртка і психолог, який проводить з дітлахами тренінги толерантного ставлення до оточуючих. Окрім музеїв, палаців культури, станції юних техніків та планетарія, діти взяли участь у міжнародній естафеті «Біг заради миру». Ця естафета проводиться міжнародною мережею волонтерів, і за мету вони ставили впровадження ідеї гармонії, добра, добробуту між різними народами. В рамках Дня безпеки життєдіяльності відпочивальники цього пришкільного табору побували у справжній пожежній частині. Вони знову-таки із задоволенням поспілкувалися із пожежними, вони задавали запитання, повторили правила поведінки, безпечної поведінки з вогнем і змогли навіть побувати всередині техніки, на якій працюють наші пожежні. Отже, серед плюсів пришкільних таборів – ваша дитина буде під наглядом вчителів, нагодована і знатиме більше про рідне місто та культурні заклади Миколаєва. До того ж, вона знаходитиметься в оточенні однолітків. Серед мінусів – ці табори працюють тільки перші 3 тижні червня, бо вчителям, так само як і дітям, необхідний відпочинок. Ну, тут скоріше така просто ілюстрація к тому, о чому ви говорили, но опять-таки, все учителя одновременно уходят. Может быть, вот с одной стороны, да, есть волонтеры. Вот мы видели историю с волонтерами, с летними, вот, с языковыми лагерями, да. С другой стороны, есть школы, где, ну, понятно, не могут, допустим, учителя. Но, может быть, можно как-то вот организовать, соединить вот эти два потенциала, территория школ, дети, которые живут вокруг школ, да, и волонтеры, которые готовы в этом участвовать. Вот вы не думали в таком направлении? В любом случае, все пришкольные лагеря, они по такому принципу создавались. Я просто говорю, что вот июнь все, а июль, август, учителя в отпусках. Да, действительно, учителя в отпусках. Но, опять же, здесь вопрос открыт на сегодняшний день, как бы, да. Как быть? Либо продлевать, скажем так, работу пришкольных лагерей, да? Опять же, мы опять же упираемся в положение пришкольного лагеря, которое говорит о том, что этот лагерь работает 14 дней. Хорошо. А от кого зависит решение вопроса по изменению сроков? То есть в данном-то случае, ну не знаю, может его просто назвать по-другому. Ну, в конце концов, называют там летний пришкольный лагерь, должен работать там 3 недели, да? А лагерь там по месту жительства, который не регулируется таким законом, может работать сколько угодно. То есть вот есть школа, есть дети, есть условия для кормежки, возможно, для спанья маленьких. Вот. И есть люди, которые готовы приложить свои силы, душу, желания. Вот как это соединить? Я думаю, в любом случае это все можно соединить. Как бы, если будет вопрос уже поставлен конкретно, да, на каком-то конкретном объекте, на какой-то конкретной территории, да, как бы неважно, это либо это будет Арбузинский район области, либо это будет Корабельный район Николаева, то в любом случае точку соприкосновения мы найдем. Николай, смотрите, вот когда говоришь абстрактно, да, это приблизительно как вот начало административно-территориальной реформы. Все говорят плохо, да, но если бы не начали что-то делать, началось бы вообще ничего. Когда пошло движение, то пошло обсуждение, пошли предложения вариантов и так далее, и из этого что-то выкристаллизуется. Если мы будем просто говорить о том, что ну хорошо бы, чтобы кто-то пришел, может придут, может не придут. Я думаю, что если инициатива будет исходить от вас, и вы определите какие-нибудь там ну, 2-3 базовых, допустим, лагеря, 2-3 базовых школы, условно говоря, и кинете клич, что называется, то наверняка получится. То есть в любом случае, мне кажется, что предлагать должны вы. Есть вариант, что вы еще в этом году что-то подобное инициируете? Я не готов сказать по поводу этого года. Опять же, повторюсь о том, что мы боремся за то, чтобы сохранить вот эти пришкольные лагеря, да, чтобы дети в каникулярный период где-то находились. Опять же, но министерство, да, как бы, там немножко мнение другое по этим вопросам. То есть и я еще раз говорю, слава Богу, что сегодня они открываются. Да? Почему? Потому что вот те грандиозные скандалы, да, которые проходили на уровне Министерства образования и на уровне Министерства социальной политики на видеоселекторном совещании всеукраинском по поводу оздоровления. Понимаете, то есть вопрос опять же открыт. То есть они кричат, что это все плохо, это оздоровление на асфальте. Соцполитика говорит о том, что подождите, давайте будем говорить конкретно. Вот. Люди, скажем так, родители детей, да, которые, дети, которые, скажем так, из года в год находятся именно, вот опять же повторюсь, да, именно в лагерях дневного пребывания. Они говорят, что вы делаете, как же они нам нужны? На сегодня вопрос открыт. Хорошо. Опять-таки, от кого зависит решение вопроса? Как? Там, письма писать, я не знаю, на пикеты выходить? Вот что делать? В любом случае, если мы говорим о законодательной базе, законодательной инициативе, в любом случае, любой нормативный документ исходит
за поданням Міністерства соціальної політики, як куратора оздоровлення. Тобто, що от про Нідерсальда, що касалось питання, да? От по цій постанові по поводу лагеря Орлятка. Було достигнута маленька побіда. Почому говорю маленька побіда в боротьбі за качественне повноцінне питання дітей? Коли був подан проєкт в Міністерство соціальної політики і вернувся зовсім другими цифрами, ми задаємо питання, подождіть, а як же так? Ми просили убрати сало і вмісто сала положити персики. Ну так, тут ми, скажімо так, зробили. Ми просили додати більше хліба. А Міністерство політики говорить, подождіть, а ми відправили цей проєкт в Міністерство охорони здоров'я. Охрана здоров'я посоветовалась з Інститутом общественного питання. Сказали, подождіть, ви даєте дітям багато хліба. І вернули нам назад документ. Да, ми победили в якому контексті? Все-таки добились того, що сьогодні діти отримують от 7 до 10 лет одну норму питання, а с 11 до 17 лет совсім другую норму питання. Тобто вот это пошло разграничение по возрастным категориям, все-таки увеличено немножко вот эти вот позиции по определенным продуктам. Это как бы вот длительный процесс, я понимаю, ну что такое бюрократия, действительно, это может тянуться годами. Вот сейчас, вот говорил Андрей, вы ему ответите. Дети в Орленке будут продолжать голодать, пока там будут по этажам документы ходить, или их уже начинают кормить нормально? Нет, их уже кормят нормально. То есть вот не зря, я так понимаю, не зря депутаты Березанского райсовета поднимали этот вопрос. Я заеду, да, обязательно. Покушаю, я посмотрю, да. Вы поедете объедать детей, Андрей? Нет, совместно. Я просто пробую. А скажите, пожалуйста, вот по поводу придомовых лагерей, да, предшкольных, я прошу прощения, они финансируются из какого бюджета? Районных бюджетов. Районных бюджетов. Значит, тогда есть более простой-сложный рецепт. Нужно добиваться посредством наших народных депутатов все-таки принятия нормального закона о местных референдумах и путем местных референдумов решать, нужны такие лагеря или нет. Для каждого города, для районов там и так далее. Потому что какому-то городу может не понравиться. А нам подходит, почему бы и нет. Было бы изумительным выходом. На территории города 55 таких вот лагерей, да, это самое. Я завтра буквально задам вопрос городскому главе и заму по поводу, есть ли возможность продления на июль-август месяц, и проинформируем тогда уже общественность. Огромное спасибо. В любом случае, любое решение по этому поводу, вы прекрасно знаете, что в наших новостях пройдет в тот же день, как только оно будет принято. Мы плавно приближаемся к финалу, и поэтому, если у наших экспертов есть кому что сказать, пожалуйста, озвучивайте, Андрей. Есть еще один немаловажный вопрос, то есть касается как бы отдыха, там мы говорили как бы о Коблевской зоне, да. Немаловажный вопрос, как решается вопрос в этом году с администрацией Одесской области. У нас есть как бы своя жемчужина, это Телегульский лиман, да, то есть большая проблема, он начинает пересыхать. То есть он реально сохнет, я наблюдаю год от года, то есть выше там Ташина, Анатольевка, то есть как вода покидает свои как бы берега, то есть вода уходит. Как будет наполняемость, как будут открываться шлюзы для доступа моря в Телегульский лиман? Для того, чтобы мы эту жемчужину в конце концов не уничтожили, потому что он с каждым годом мелеет все больше и больше. Ну, я подозреваю, что вряд ли начальник управления, то есть сотрудник управления образования вот ответит на этот вопрос. Не спорю, но это как бы вопрос больше как бы к администрации нашей областной. Ну, в таком случае... Хотелось бы, чтобы немножко услышали, то есть где-то потом прозвучало. Андрей, вы не поверите, за редким исключением как раз областная администрация к нам на программы не ходит. Есть несколько, я же говорю, приятных исключений, однако они лишь подчеркивают общее правило, поэтому вам, наверное, проще сходить туда ногами. Уважаемые коллеги, нам осталось буквально 2,5 минуты, поэтому, пожалуйста, каждому из вас, что вы еще не успели сказать нашим зрителям. Ну, что хочется сказать, буквально коротко, что при всех, скажем так, да, и негативных, и позитивных моментах сезон идет, дети отдыхают в лагерях, слава богу, на сегодняшний день у нас не зафиксировано ни одного случая, скажем так, техногенного характера или случая, связанного с нарушением гигиены питания детей. Поэтому, пожалуйста, практически все лагеря сегодня есть на сайтах koblev.com, rybakova.com, vchakov.com. Заходите, смотрите, опять же, наш телефон 370554. Любой момент звоните, любая информация по любому объекту детского оздоровления и отдыха у нас есть. Спасибо большое, пожалуйста. Ну, хотелось бы обратиться к любителям прыжков с мостов. Это болезненная тема, и практически каждый третий прыгнувший
погибают. Как от удара об воду, так и, скажем, при разрыве, при неправильном входе воды. Эта проблема у нас существует как на Ингульском мосту, так и на Варварском. Поэтому хотелось бы обратиться, уважаемые товарищи, не показывайте свою браваду, не прыгайте с мостов, зайдите спокойно, искупайтесь и вернитесь домой живыми. Спасибо. Владимир Германович. Лето, жарко. Очень хочется, чтобы жители города Николаева отдыхали в уютных парках и скверах. Я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы это было именно так. Ну, а по всем неприятным вопросам, которые связаны с санитарной очисткой или же с теми или иными вопросами касаемо благоустройства, телефоны я свои оставил, пожалуйста, звоните в любой момент и готов дать помощь по всем интересующим вас вопросам. Спасибо. Дякую усім. У нас сьогодні не було тут палких дискусій, адже, зрештою, усі, здається, на одному боці барикади. І тому я дуже радий, що певна корисна інформація практичного складу, вона все ж таки стала відома миколаївцям. Я впевнений, що вони телефонуватимуть за тими номерами, які ви дали. Вони спілкуватимуться з вами, напевно, що і ці угоди, про які я казав, із волонтерами, вони також почнуть працювати. І тому ми працювали недаремно, і тому ми недаремно про це розповідали нашим глядачам. Отже, завтра о 14.30 і з повтором о 21.30 ви зможете подивитися контраргумент по скрипту, на якому ми трошки продовжимо сьогоднішню тему. І я впевнений, що це буде дуже цікаво. Наступного тижня побачимося знову. На все добре, до побачення.